На постоянной основе сотрудниками Центра фото-видеофиксации Тверской области проводится анализ выявленных фактов забраковки соответствующих нарушений, и выявляются водители транспортных средств, которые умышленно управляют транспортными средствами с прекращенной регистрацией. Для выявления таких водителей в автоматизированную систему фиксации проходящего транспорта поток вносится информация о таких транспортных средствах, и сотрудниками дорожно-патрульной службы производится остановка данных транспортных средств. Так, 2 февраля 2020 года на автодороге Тверь-Ржев сотрудниками дорожно-патрульной службы по информации с автоматизированной системы «Поток Плюс» было установлено транспортное средство Toyota RAV4, владелец которого неоднократно грубо нарушал правила дорожного движения, связанные с превышением установленной скорости движения в населенных пунктах. Хотелось бы отметить, собственник Toyota длительное время не ставил автомобиль на регистрационный учет с целью ухода от административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме. Факт того, что собственник сознательно не осуществлял надлежащее оформление своего автомобиля, подтверждается из материалов фотофиксации, на которых видно, что управляя автомобилем в населенном пункте со скоростью 148 км в час при разрешенной 60, водитель при проезде камеры демонстративно показывает неприличный жест рукой. После составления административных материалов за управление транспортным средством, незарегистрированным в установленном порядке по статье 12.1, часть 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, сотрудниками Центра фото-видеофиксации было вынесено 32 постановления на общую сумму более 40 тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения, связанных с превышением установленной скорости движения за последние полтора месяца. Данная работа будет продолжено на постоянной основе, поэтому госавтоинспекция Тверской области рекомендует водителям и владельцам вновь приобретенных транспортных средств ставить данные машины на регистрационный учет подразделения госавтоинспекции.